Представители Одинцовского благочиния приняли участие в конференции на тему «Свобода и ответственность средств массовой информации». Ее проводил епархиальный отдел по взаимодействию со СМИ Московской епархии в Центральном доме журналиста. Эта тема выбрана не случайно. Она перекликается с темой рождественских областных образовательных чтений «Молодежь, свобода и ответственность». Тема эта не теряет актуальность самого, я думаю, момента того, как средства массовой информации вообще получили какую-либо свободу. И очень важно, что мы обсуждаем эту проблему именно в нашей аудитории, я имею в виду в аудитории, состоящей преимущественно из церковных людей, потому что думаю, что результаты нашей дискуссии, они востребованы или будут востребованы за пределами нашего сообщества. В центре внимания вопросы взаимодействия с обществом через средства массовой информации, поиска новых форматов этого сотрудничества. Участники встречи обсудили тему ответственности СМИ и каждого человека в отдельности за то информационное поле, которое формируется с их непосредственным участием. Спикеры подняли вопросы свободы прессы в современном мире, обсудили возможность служения церкви в качестве института, который может сыграть решающую роль в урегулировании ситуации на Украине. Кроме того, большое внимание было уделено вопросу присутствия священнослужителей в социальных сетях и проблематике, связанной с фейк-ньюс или фальшивыми новостями.